В секторе Газа закрылись 20 из 35 больниц, в том числе комплекс Аль-Шифа, крупнейший в палестинском анклаве. Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайли. Удары по медучреждениям она назвала, цитирую, «решением убить тех, кто в них находится». Число пострадавших также растет из-за нехватки топлива и лекарства. Глава Минздрава призвала ООН разрешить конфликт, поскольку нынешняя ситуация противоречит международному гуманитарному праву. Ранее Израиль обвинил Хамас в использовании больницы Аль-Шифа для ведения боевых действий. Представители Газы отвергли обвинения. По последним данным, общее число погибших в ближневосточном конфликте превысило 11 тысяч человек. Порядка 30 тысяч получили ранения. Nothing happened like this before. Ситуация в больнице Аль-Шифа сейчас очень критическая. Раньше ничего подобного не происходило. Были направлены прямые удары по больничным зданиям. Медицинские бригады работают внутри больницы, непосредственно в отделении интенсивной терапии. В операционном зале лечат пациентов. Они не имеют никакого отношения к политической ситуации. Мы просим международное сообщество оказать давление, чтобы предотвратить убийство невиновных.